Очень часто мы ходим вот так, плечи завернуты, грудь опускается. И все эти упражнения будут направлены на то, чтобы открыть верх и раскрыть плечи. Итак, встаем, ноги на ширине плеч и начинаем выворачивать руки. Раз, два, три, тянемся макушкой наверх, четыре, раскрываем плечи, пять, шесть, семь, и держим, восемь, локти выворачиваем, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, повторяем. Поясница длинная, тянемся наверх, ребра в себя. Руки поднимаем как можно выше, стоим. Тянемся, 8, растягиваем наши плечи, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и попружим, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и последние 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Встряхнули руки, встряхнули ноги, и последнее упражнение делаем раз, и раскрылись, два, голову назад, и опять закрылись, и голову назад, два. И назад. Три. Еще больше. Прям раскрываемся. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И задержали, держим. Стоим. И расслабились. Потрясли руками. Потрясли ногами. С вами была я, Екатерина Юрочкина.